В числе участников фестиваля молока был и председатель правления Национального союза производителей молока Андрей Даниленко. До открытия молочного форума с ним встретился глава Чувашии Михаил Игнатьев. Приветствую наши края. Да, поздравляю с заслуженным избранием. 26 сентября глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с председателем правления Национального союза производителей молока Андреем Даниленко. На встрече обсуждались вопросы развития молочной отрасли республики и страны в целом. Андрей Даниленко отметил, что производство молока – важный аспект как для развития агропромышленного комплекса региона, так и для здоровья нации. Всемирная организация здравоохранения назвала молоко важным продуктом для людей любого возраста. Михаил Игнатьев, в свою очередь, рассказал гостю, что в Чувашии горячим питанием в школах и детсадах охвачены почти 100% детей. В меню обязательно присутствуют молочные продукты. Я в будущее вижу, что здоровье человека зависит все равно от кисломолочной продукции, от молочной продукции. За последние три года отмечено снижение общей заболеваемости среди маленьких жителей Чувашии, а количество здоровых выросло почти в два раза. Министр сельского хозяйства выступил с инициативой о том, чтобы существенно добавить на поддержку молочного животноводства. Я надеюсь, что эта инициатива будет поддержана. Республике очень повезло, что глава сам аграрий во всех смыслах этого слова, и Михаил Васильевич глубоко разбирается в сельхозтеме и в молочной теме, поэтому это и отражается и на результатах. Во-первых, регион сам по себе традиционно молочный и потребитель молочной продукции, но если мы берем динамику именно сельхозпредприятий, а оценивать надо результаты по динамике сельхозпредприятий, то в республике рост производства молока именно в сельхозпредприятии, где это важнее всего. И, конечно же, это, конечно, положительный результат на фоне того, что происходит в стране.